Мне сейчас прислали очень интересное сообщение. Я бы, наверное, я с вашего позволения его прочитала бы. Это очень сейчас прямо в тему того, что мы делаем. Мы все уже живем так, как хотим жить. Мы все уже живем там, где хотим жить. Мы все уже являемся теми, кем хотим быть. Если мы хотим хотеть, то мы хотим и ничего не делаем. То есть мы хотим хотеть и просто хотим. Если мы хотим быть, то делаем и становимся. Настоящее желание всегда выполняется. Мы верим, что ограничены сверху. Только один верит, что не сможет заработать больше 20 тысяч рублей. Или той валюты, которая у вас. Другой, что его потолок 80 тысяч. А третий застрял на 200 тысяч. А дальше лишь ужасные сомнения в том, что выше располагается безвоздушное пространство, в котором приходится пахать так, что лучше уж туда и не лезть. То, во что мы верим, управляет нами. Человеку, который реально во что-то верит, не нужен ни кнут, ни пряник. Если ты веришь, что не можешь добиться ничего самостоятельно, то ты даже не будешь стараться. Ты будешь выбирать теплые, спокойные местечки, в которых ты сможешь скинуть ответственность за себя и свою жизнь. Я думаю, что в этих строчках вы понимаете, что за то, что вы хотите иметь, это все реально. Но здесь нужно взять ответственность за свою жизнь на себя. Без обвинений, без перекладывания ответственности за свою жизнь и за то, как вы живете, на других людей. И это именно то, что я вам говорила. Что то, что происходит у вас и с вами, это то, что вы создали. Есть очень много реальностей, где вы живете совершенно по-другому. И вы можете создать любую реальность для себя. И то, что мы ходили в другую реальность гулять, смотреть, это говорит о том, что и вы здесь и сейчас можете создать все то, что хотите. И только ваши личные ограничения, которые вы приняли на веру, что вас кто-то ограничивает, что вы что-то не можете, ограничивает все то, что вы имеете в этой жизни. И как только мы расширяем зону комфорта, как только мы расширяем границы, убирая те или иные страхи, блоки, убеждения, которые блокируют ваше счастье, блокируют ваш успех, а вот именно тогда у нас и происходит расширение границ, и мы меняем свою жизнь в ту сторону, в которую вы хотите. Пока вы перекладываете ответственность, пока вы обвиняете или обижаетесь, то именно это и будет управлять вашей жизнью. Я надеюсь, что своими словами, то, что я вам сейчас рассказала, я заставила вас задуматься, и эти мысли, они позволят ваш мозг работать таким образом, чтобы настроить вас на то, что может привлечь в вашу жизнь деньги, удачу, успех, замужество и все то, о чем вы хотите.